правило, мужчины в возрасте 40-50 лет, которые работают на стройке и получили повреждения здоровья в результате либо падения с высоты, либо при падении при перепаде высот, либо воздействия разлетающихся каких-либо предметов. Ну, в любом случае, повреждение опорно-двигательного аппарата. Что касается женщин, то это женщины 50-60 лет, работающие в социальной сфере, либо в сфере здравоохранения.